Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я сегодня хочу вам предложить связать вот такой очень стильный, модный джемпер. Модель, прежде всего, отличает простота, лаконичность. Центральный узор у нас идет с большой крупной косой и полупатентная резинка по бокам. Очень эффектно смотрится. Узор вертикальный и очень будет странить фигуру, вытягивать ее зрительно. У нас небольшая длина используется модельки. В общем-то, такой, знаете, вариант, я бы так сказала, немного укороченный, да. Удлиненная такая резиночка идет, да. Давайте я вам сейчас по спинке тоже узор очень шикарно смотрится. Сейчас я вам более детально, девочки, все это пролистаю, и мы посмотрим с вами. Ну, вот так у нас, как модно и стильно, это смотрится под темные брючки. Ну, просто. Шикарно, шикарно. Выкройка у нас будет использоваться классическая, то есть у нас будет с вами рукав с окатом вязаться, да, пройма формироваться. Ну, давайте вот очень хорошо здесь можно приблизить узор. Смотрите, такая широкая центральная коса с двух сторон. На фоне изнаночной глади еще две малые косы, и здесь везде идет полупатентный узор. Это очень хорошо смотрится. Еще такая особенность, обратите внимание, из манжета идет длинная, и тоже полупатентным узором связаны рукава. Очень хорошо это смотрится по спинке, тоже так прям, знаете, бросается в глаза эта красота. Вот у нас косы. Перекрещивания здесь будут такие немножко потайные, не как мы обычно с вами делаем, и формироваться это все будет в несколько этапов, то есть не сразу мы будем перекрещивать, ни одно перекрещивание будет в косе, скажем так. Об этом чуть позже мы поговорим, да. Смотрите, мне так нравится спинка, это так красиво смотрится, этот узор, прям вот как влитой. Этот узор очень и к этому цвету подходит, такой цвет красивый, изумрудный, да. Смотрите, хотела бы заострить внимание сразу же на том, как формируются у нас убавки по пройме и как формируются убавки по рукаву. Видите, когда окат формируем, они полностью совпадают. Убавки делаются не сразу по краю, а спустя, получается, 3, 4, 5 петель. Полупатентной резинки, и затем идут эти убавочки, видите, да? То есть при вашем мастерстве вы можете полностью повторить эти убавки, как они здесь формируются. И по рукаву они тоже дублируются также. То есть я об этом не буду писать в своей инструкции по вязанию, но имейте в виду, что вот такая фишечка у нас при формировании проймы и рукавчика. Вот таким образом. Планочка у нас тоже двойная, но это машинная вязка, не забываем об этом. Я думаю, что при ручном вязании планочку желательно сделать одинарной, будет аккуратнее смотреться. Вот я вам приближаю узор. Здесь очень хорошо видно, что косы у нас не простые, да, а такие многоступенчатого плана. Перекрещивание идет, да. Очень красиво смотрится узор, очень. Вот это все так прям завершенное, конструкция завершенная, очень красивая. Полупатентную резиночку тоже мы с вами сегодня свяжем. Так, ну а сейчас, мои хорошие, пролистали мы с вами эту картиночки, очень они красивые и приятно смотрятся. Длину изделия вы, конечно же, под себя регулируете, не обязательно следовать тому, что вы видите перед собой. Всегда нужно вносить какие-то свои индивидуальные, скажем так, изюминки в каждую модель, которую вы хотите повторить. Я, во всяком случае, всегда следую такому принципу. Вот, как-то по-особому оформить вырез горловины, да, там, или как-то, может быть, опустить вот эту длинную манжету на рукавчике, как видите, да. То есть ко всему нужно подходить творчески, девочки, особенно в нашем таком деле вязания. А сейчас, мои хорошие, давайте с вами приступим к выбору пряжи.
У нас сегодня будет разбор на 6 размеров. Описание будет, инструкция составляться по вязанию на 6 размеров. Начиная с 42-го, заканчиваю 52-й размер. Российские я сейчас озвучиваю. Так, и у нас с вами будет расчет делаться на эти размеры. У нас с вами будет вязаться образец всех узоров, которые вы здесь видите. И, соответственно, выбор пряжи и выбор спиц тоже все включено. Смотрим выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера я выбрала очень хорошую пряжу. Называется Yarn Art Silk Royal. Турецкого производства, 50 грамм 140 метров, 35% в составе шелк вискозный и 65% шерсть мериноса. Цвет 439, необычайной мягкости пряжа, очень шикарно она у нас смотрится. Сейчас я вам покажу ниточку, смотрите. Вот такая ниточка, видите, да? Немного пушистая пряжа, мягчайшая, совершенно не колется. Имеет вот такой, знаете, какой-то характерный блеск, ну, для шелка характерный. И ниточка, такие белесые вкрапления присутствуют, что кажется, что это такой, знаете, меланжевый эффект, я бы так сказала. В полотне это очень хорошо видно, да? В качестве альтернативной очень посоветовала вам вот эту пряжу российского производства фирмы Comtex, белорусская, серия Classic. По плотности попадет точь в точь. Она даже по составу похожая тоже шерсть, здесь 50%. И очень она мягкая, очень мягкая, нежная, пушистая, абсолютно не колется. Просто роскошная пряжа и по толщине такая же, с которой я вязала, но в разы дешевле, в разы дешевле. Очень рекомендую эту пряжу, хорошо ведет себя в носке. Вот таким образом выглядит у нас схема узора. 32 ряда у нас составляет раппорт высокой нашей большой косы и 8 рядов маленькая коса на 6 петлях. Ширина большой косы 16 петель. Пустая клеточка – это лицевая петля. И, в общем-то, эти вот изнаночные, на них не обращайте внимания. Это я так, знаете, нарисовала их, чтобы отделить одну косу от другой. Да? Так, условное, так скажем, разделение. Вот 16 петель у нас здесь в большой косе и 6 петель в маленькой косе. Как связать это, вот эти перекрещивания, я вам сегодня покажу, когда будем вязать образец. Там есть свои фишечки, которые вам, наверное, будет интересно посмотреть. Так, и у нас есть выкройка. Вот такая выкроечка. Все размеры, которые здесь не проставлены в расчетной части, я озвучиваю, поэтому я не думаю, что у вас возникнут вопросы на этот счет. Вы видите конструктивно, все детали вяжутся раздельно снизу вверх, и затем все это собирается, сшивается. Вот, отдельно вяжется планка по вырезу горловины. Вот такое описание у нас будет с вами сегодня составлено в процессе нашей деятельности совместной, да. В расчетной части я поясню, откуда берутся вот эти петли все, вот, и, в общем-то, сколько приходится петель на пройму, сколько на вырез горловины, все расскажу. И здесь у нас более детально в тексте все написано и, можно сказать, расписано по петельным. Так, все это почитайте вы сами. Здесь как сформировать скос рукава, как скос плеча у нас формируется. Здесь все последовательность закрытия петель тоже есть. Все, кроме оката рукава. Рукав буду вам всем и всегда рекомендовать вязать по выкройке в натуральную величину.
Это самый простой и безошибочный способ. Так, ну а сейчас, мои хорошие, приступаем к вязанию образца узора. Сейчас я вам покажу, как вязать первый ряд. И, в общем-то, вы поймете, что все последующие ряды у нас будут очень похожи. Конечно, у меня уже не первый ряд. Я уже связала некое количество рядов. Но все вы поймете. Здесь все одинаково вяжется. У нас есть малый жгут и большой жгут. Ну, малая коса, большая коса. Значит, малая коса у нас вяжется на 6 петлях, большая на 16 петлях. Вот это большая. Вот. Маленькие я уже вот тут делала перекрещивание, а в большой мы еще не дошли до перекрещивания. Вот, поэтому давайте сейчас вяжем, я показываю первый ряд, и вы затем будете также повторять. Первый ряд, вот он сейчас будет у нас именно такой, как я начинала. 5 петель, у нас будет патентная резинка, полупатентная резинка. Я покажу, как ее вязать. 2 ряда раппорт составляет. То есть мы вяжем лицевой и изнаночный ряд, а затем все повторяется снова, лицевой и изнаночный. Показываю вам лицевой ряд патент, полупатентной резинки. Значит, кромочная, лицевая. Делаем вот такой накид, петлю снимаем, не провязываем. Вот у нас раппорт из 2 петель. Снова лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Все, 5 петель я взяла в нашем узоре. Вот таким образом 5 петель полупатентной резинки мы свяжем. Затем мы вяжем 2 изнаночные промежуточные между узорами. И наша коса на 6 петлях. Вяжем 6 лицевых. Затем идут промежуточные 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Затем вяжем 16 лицевых. Это наша будет большая коса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 лицевых. Опять 5 изнаночных промежуточных я сделала. И снова полупатентная резинка. Первая петля лицевая. Делаем вот такой накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, кромочная, изнаночная. Связали первый ряд, переворачиваем. И во втором ряду я показываю, как вязать полупатентную резинку. Ну, кромочную мы сняли, да? И там, где у нас была лицевая в лицевом ряду, в изнаночном это изнаночная. Мы вяжем изнаночная. Там, где у нас была с вами петля снималась с накидом, мы вместе с накидом эту петлю провязываем лицевой в изнаночном ряду. Снова изнаночная. Петля с накидом провязывается лицевой. Изнаночная. Вот эту петлю с накидом, которым провязываем лицевой, не затягивайте. Вяжите свободно патентный узор. Почему? Потому что у нас с вами плотность обычно патентных узоров и обычной лицевой изнаночной глади бывает разная. А нам надо, чтобы она у нас была одинаковая и не отличалась. Поэтому здесь только один вариант вязать свободно полупатентный узор. Так, ну а дальше, там, где у нас идут с вами изнаночные, мы вяжем лицевые в изнаночном ряду. То есть петли вяжем по узору. По узору. Как они на нас смотрят. Патентный узор я вам показала, как вязать в лицевом и в изнаночном ряду. Все, я больше на этом заострять внимание не буду. Очень легко вяжется. Затем третий и пятый ряды мы вяжем точно так же, как сейчас связали первый. И затем в седьмом ряду у нас будет перекрещивание в нашей косе малой. И там мы встретимся. А сейчас самостоятельно вяжете, девочки, третий, пятый ряды. Ну, а изнаночные ряды вы вяжете по узору. Ну, или как смотрят петли, скажем так. Не забываем про полупатентную резинку. Ее вяжется, она вяжется особенно. Седьмой ряд.
вяжем. Кромочная, 5 петель полупатентного узора. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. 2 изнаночные. В нашей косе, малой косе, перекрещиваем 6 петель налево. Снимаем 6 петель на правую спицу и меняем местами. Первые 3 перед работой, следующие 3 вот высвободились у меня за работой. И я их с помощью правой спицы сейчас верну на левую. Но только теперь они перед работой. Перекрестили 6 петель налево и все 6 провязали лицевыми. Затем 5 изнаночных. Ну и далее, девочки, как мы вязали с вами первый ряд, все то же самое. 16 лицевых. Видите, у нас вот в этой большой косе будут редко перекрещивания, поэтому, несмотря на кажущуюся сложность узора, все довольно-таки легко вяжется. Джемпер легко свяжется. 5 изнаночных и 5 петель полупатентного узора. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая и кромочная, изнаночная. Итак, 7-й ряд связан. Ну, 8-й ряд мы вяжем, как смотрят петли, да? Далее у нас идет с вами 9, 11, 13 ряды мы вяжем, как смотрят петли, да? И перекрещивание следующее в нашей малой косе будет в 15 ряду. И, мои хорошие, хотела бы сразу вам сказать, что раппорт этой косы составляет у нас 8 рядов. То есть каждые 8 рядов у нас, вернее как, каждые 6 рядов у нас будет перекрещивание. И, то есть мы вяжем с вами вот по схеме, да? Смотрите. Первый ряд это вот отсюда начинается. Вот, видите? И мы вяжем с вами 6 рядов, просто 6 лицевых, лицевая гладь. И в 7-м ряду мы делаем перекрещивание. Затем раппорт повторяется, то есть 8 рядов у нас раппорт малой косы. Понятно, да? Продолжаем сейчас с вами вязать. И наша задача сейчас показать, я вам должна показать, как мы делать будем перекрещивание основной нашей косы, самой центральной, самой красивой. Итак, девочки, у нас мы добрались до 29 ряда. То есть я связала, значит, много раз уже эти косы, да, и вы должны были со мной вместе их вязать по схеме. Так, и далее мы вяжем опять 29 ряд, начинаем опять 5 петель полупатентного узора, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, накид, петлю снимаем, лицевая, 2 изнаночные, в маленькой косе 6 лицевых, 5 изнаночных. И сейчас у нас с вами в большой косе первое перекрещивание. Всего будет 2 перекрещивания, но они довольно-таки такие напряженные. Да? Значит, снимаем с вами на правую спицу. Будьте внимательны, это очень важные моменты. Можно, конечно, воспользоваться дополнительной спицей. Но я попробовала, знаете, не нужно, она лишняя. Здесь технически важно. Все здесь несложно сделать. Смотрите, снимаем с вами 12 петель на правую спицу. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сняли. Далее 4 петли отсчитываем, игнорируем их. А оставшиеся петли переснимаем на левую спицу. Вот. А эти петли, так, там вот главное не захватить нам с вами
вот эту изнаночную. Все, вон они у нас 4 петли за работы спущенные, да? Ну, и мы их с вами аккуратно с помощью левой спицы вот сюда возвращаем на правую. Все, мы 12 петель перекрестили. 8 у нас ушли налево, а 4 за работой ушли направо. Вот. Мы с вами перекрестили 12 петель налево. И сейчас вяжем вот эти 4 петли, которые за работой, следующим образом. Будьте внимательны. Лицевая, накид. Лицевая, накид. Лицевая, накид и лицевая. 4 петли. 1, 2, 3, 4. И еще раз накид. Все. И 8 лицевых вяжем перед работой, которые петли. Здесь нет ничего сложного, поверьте мне. Это техника, просто автоматическая техника. Все. Далее вяжем оставшиеся 4 лицевые в косе. 5 изнаночных. Полупатентный узор, лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая, кромочная, изнаночная. Сейчас я подробно покажу, как вязать 30 ряд. Итак, 30 ряд изнаночный. Нас будет интересовать вот эта коса большая. Ну, здесь вы знаете, да, в изнаночном ряду вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связали 5 петель полупатентного узора. Затем 5 петель у нас идут лицевых. Затем идет коса. Вяжем изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И дошли до накида. Накид сбрасываем, вяжем изнаночную. Следующий накид сбрасываем, вяжем изнаночную. Сбрасываем накид, следующий вяжем изнаночную. Накид сбрасываем, вяжем последнюю изнаночную в косе. Вот. И у нас получились очень длинные петельки. Все. Дальше мы вяжем, продолжаем по узору. 5 лицевых, 6 изнаночных, 2 лицевые. И 5 петель полупатентного узора. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная, тоже изнаночная. Все. Далее идет 31 ряд. Давайте свяжем 31 ряд вместе также. В 31 ряду вяжем кромочная, 5 петель полупатентного узора, 2 изнаночные. В малой косе перекрещиваем 6 петель налево. Сняли 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 высвобождаются за работой. Меняем их местами и все 6 вяжем лицевыми. Далее идут 5 изнаночных. Далее вяжем в большой косе у нас идут первые 4 лицевые. А следующие 12 петель мы будем снова перекрещивать налево. Мы их все снимаем на правую спицу. И далее 4 петли также отсчитываем. Они у нас будут за работой, а вот эти все петельки перед работой. Вон они сзади, видите, остались эти 4 петельки. Мы их сзади с помощью правой спицы аккуратно возвращаем на левую. Все. И также вяжем. Первая петля лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И оставшиеся 8 лицевых вяжем лицевыми.
Вот и все. То есть у нас с вами в косе получилось двойное перекрещивание, многоступенчатое, я бы так сказала, да? И далее мы вяжем с вами 5 изнаночных до конца ряда, 5 петель полупатентного узора, ну, то, что вы уже знаете, умеете, кромочные, изнаночные. В 32-м ряду в изнаночном точно так же в косе накиды спускаются и вяжется просто изнаночная петля. Давайте вместе свяжем. Еще раз. Сейчас быстренько дойду я. Не буду вам пояснять, как это. Связали 5 петель полупатентного узора, 5 лицевых. В косе вяжем. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночных связали, дошли до накида, скидываем накид, лицо изнаночное, скидываем накид, изнаночное, скидываем накид, изнаночные такие длинные получается, скидываем накид, изнаночное. Все, вот такие длинные у нас получились изнаночные. И далее в косе у нас 1, 2, 3, 4 еще изнаночные остались. Вот такая многосложная двухступенчатая коса. Ничего сложного, вернее, нет. Просто на вид кажется, что сложно. Ну, а далее, девочки, самостоятельно довязываете по узору петли. Так, девочки, раппорт 32 ряда у нас составлял нашей большой косы. И мы его полностью связали. И далее идет повтор раппорта. То есть, а сейчас у нас просто в косе будет 16 лицевых петель вязаться до 29 ряда. В 29 ряду снова перекрещивание. Ну а у малой косы свой цикл перекрещивания, я вам уже говорила, 8 рядов у нас раппорт. Как вязать полупатентную резинку, мы тоже с вами много раз сегодня повторялись, да? Поэтому сейчас я еще провяжу какое-то количество рядов, чтобы это красиво как-то завершить, да, самое главное я вам показала, вот, а затем мы сделаем с вами влажную тепловую обработку образца. Итак, девочки, давайте для того, чтобы посчитать плотность, нам надо с вами сделать влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец, он становится очень влажный, податливый, и мы его давайте энергично потянем. По вертикали, по горизонтали тянем. Расправляем нашу красоту. Пластичное полотно получается. Так. Еще разочек красоту. Потянем. И вот так в расправленном состоянии давайте оставим сохнуть образец. Итак, девочки, наш образец с вами высох. И теперь давайте с вами измерим расчет, сделаем плотности. Для этого берем обычную линеечку, прикладываем ее по ширине к нашему полотну увязанному. Итак, у меня 21 сантиметр, в узоре 45 петель, 45 разделим на 21 сантиметр, получим 2,14, ну 2,1 запишем, округляем. Значит, в одном сантиметре у нас средняя плотность получилась узоров 2,1 петель умещается. Дальше вторая плотность по вертикали. Для этого мы берем наш образец и измеряем высоту нашего связанного образца, а затем надо четко посчитать ряды. Итак, у меня высота образца 17,5 сантиметров. Давайте посчитаем ряды. Девочки, в образце получилось 44 ряда.
И теперь берем машинку и считаем. 44 ряда надо разделить на 17,5 сантиметров. И получим плотность 2,5. И запишем. В одном сантиметре 2,5 ряда умещается. С этими цифрами приступаем к расчетам. Итак, сегодня все наши расчеты будут строиться, девочки, вот по этой выкройке. И сразу говорю про размерчики. Размерчики будем сегодня использовать 42-44. Говорю сейчас российские размеры. Для европейских размеров перевод из этих цифр надо отнять число 6. То есть 42 минус 6 это будет 36 европейский размер. Второй размер российский 46-48, 50-52. Ширина спинки и переда одинаковая 48,5 сантиметров. Второй размер 53,5 сантиметра. Третий размер 58,5 сантиметров. Умножаем эти мерки на нашу плотность по горизонтали. В одном сантиметре 2,1 петля. Это средняя плотность всех наших узоров, которые мы получили. И получаем 102 петли, 112, 122 петли. Вот, теперь надо красиво расположить узоры. Значит, смотрите. Сейчас я показываю схему. У нас с вами здесь две основные косы, которые мы вязали. Большая коса на 16 петлях и маленькая коса на 6 петлях. Да? Поэтому располагаем узоры следующим образом. По центру идет большая коса. С двух сторон у нас идут по 8 изнаночных. Затем с двух сторон идут по 6 петель. Это коса малая. Две малые косы. Завершаем узорную часть. Это 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. И здесь у нас слева и справа все начинается и заканчивается полупатентной резинкой, которую мы с вами вязали. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева, да? Так, и вот наша узорная часть, я бы так ее назвала, занимает 54 петли, я все посчитала. И все остальное это полупатентная резинка. Для первого размера получается расклад такой, что это будет 23 петли полупатентной резинки с двух сторон. Для второго размера по 28 петель с двух сторон. Для третьего размера по 33 петли полупатентной резинки. Вот таким образом распределились у нас петли. Значит, начинаем мы вязать все детали снизу вверх. Я сделала не длинную, так скажем, заложила не длинное изделие. Вы видели, что в оригинале оно не длинное, укороченный такой вариант, да? Но при желании, девочки, вы эту длину, конечно же, для себя откорректируете. В моем случае первый размер это 56 сантиметров длина изделия, второй размер 57, третий 58 сантиметров. Естественно, эти цифры вы можете под себя откорректировать. Для женщин постарше, я думаю, что будет более длинная длина присуща изделия. Для молоденьких такая самый раз. И опять-таки, эта мерочка очень зависит от ваших индивидуальных размеров, то есть от вашего роста. Поэтому очень тщательно подойдите к выбору своей длины изделия желаемой и нужной. Так, резинка у нас с вами вяжется, резинка 2 на 2 на высоту 16 сантиметров. Такая она на модели представлена. Набираем 92, 102 и 112 петель для резинки, то есть на 10 петель меньше, чем для узора. В последнем изнаночном ряду надо прибавить 10 петель равномерно по всему полотну. Вот. И затем, как мы уже с вами сейчас говорили, располагаем таким образом узоры на нашем количестве 102, 112, 122 петли. Так, вяжем, вяжем, вяжем через 18,5 сантиметров. Это 46 рядов. Приступаем к формированию проймы.
Для первого размера будем закрывать 10 петель, для второго 11 и для третьего 12 петель. Как их закрыть последовательно, я подробно рассказываю в инструкции по вязанию, которая у меня под видео выложена в виде текста. Читайте там подробное описание. Здесь я вам в общем рассказываю распределение петель. Так, на пройму, высота проймы у нас берется 20, 21, 22 сантиметра, в зависимости от размера. И у нас будет небольшой скос плеча. По вырезу спинки, значит, высота тоже будет выреза тоже небольшая у спинки. То есть я сделала вот по 1,5 сантиметра, что скос плеча, что вырез спинки будем одновременно начинать формировать. Ну, конечно, скос идет с внешних сторон, а здесь вырез формируется, как его подробнейшим образом я вот эти петли последовательности их действий закрытия описываю опять-таки в инструкции по вязанию под видео. А здесь я в общем вам говорю, что на вырез горловины у меня пришлось 40, 42, 44 петли. Значит, начинала я 19 сантиметров первый размер, это ширина выреза. Я умножила на нашу плотность по горизонтали 2,1 и получила число 40 петель. Ну и для второго размера я взяла на 2 петли больше, для третьего на 4 петли больше. Понятно, да? И все, что осталось, это петли плеч, 21, 24, 27 петель. И как этот скос сформировать, последовательность закрытия петель, я тоже рассказываю в видео, рассказываю в описании под видео. Это все там подробно я расписываю. Здесь я просто общие цифры объясняю вам, девочки. Высота таким образом скоса у меня получилась 4 ряда, да, и в каждом втором ряду у нас идет закрытие. Закрытие в 3 этапа. Первый раз закрыли петли, и затем в каждом втором ряду еще закрыли некое количество петель. Так. Про вертикальную плотность всегда говорю, девочки, обязательно любой вертикальный размер переводите в ряды. Когда будете вязать, обязательно считайте ряды. Не нужно измерять ничего сантиметрами. Это неправильный подход. После стирки ваше изделие вытянется, станет значительно длиннее, чем вы хотели бы. Чтобы избежать этого неприятного момента, пожалуйста, считайте ряды. Мы с вами уже адаптировали наш образец и выяснили коэффициент плотности, да? Посчитали его. И успешно его теперь будем в описании применять. То есть любой вертикальный размер, вот 32, например, от планки нижней до начала выреза горловины по переду, у меня стоит мерка 32 сантиметра. Я 32 умножу на нашу плотность по вертикали. Вот мы ее посчитали. В одном сантиметре 2,5 ряда. То есть я умножаю на 2,5. Получаю 80 рядов. Через 80 рядов, девочки, мы с вами начнем формировать вырез горловины. Как его опять-таки здесь последовательность закрытия петель тоже выложено под видео. В виде текста, там инструкция. Здесь общие мои цифры рассказываю. И последовательность выполнения действий. Смотрите, для рукава будем набирать для резинки. Планка вяжется резинкой также 2 на 2 на высоту 20 сантиметров. Там так устроена такая у нас модель, значит, да? То есть у нас очень узкая и длинная вот эта нижняя планка идет. Манжета, так скажем, 42, 44, 46 петель в зависимости от размера набираем. Вяжем 20 сантиметров резинкой 2 на 2. В последнем изнаночном ряду делаем прибавки, равномерные прибавки по 10 петель. И переходим на полупатентную резинку. Рука вяжется полупатентным узором. Так, и общая длина рукава в моем случае это 60 сантиметров. Мерка опять-таки должна быть очень индивидуальная. Пожалуйста, отнеситесь к этому не формально, а
действительно, возьмите какое-то свое изделие старое, если затрудняетесь сами на себе сделать мерки, которое сидит на вас хорошо, да, и измерьте длину рукава. Рукав у нас классический, с окатом, поэтому надо брать такое же изделие, да, и измеряйте, пожалуйста, длину вашего рукава. И такую же закладывайте в новом изделии. Так, и дальше. Значит, у нас плотность патентной резинки, полупатентной резинки будет в 1 сантиметре 1,8 петель. Смотрите, в 1 сантиметре 1,8 петель, то есть другая плотность. Поэтому наша ширина рукава, самая широкая часть, это 40 сантиметров первый размер, затем 42 сантиметра второй размер, 44 сантиметра третий размер. Вот. И мы эту ширину должны умножить на плотность 1,8. У меня получились петли 72, 76, 80 петель. Вот. Эти петли, смотрите, из большой части, то есть из вот этих большого количества, вычесть то, что у нас внизу с вами, когда мы, значит, приступаем к полупатентной резинке, да, и получается в итоге 20 петель надо всего прибавить по скосу. И у нас два скоса, то есть мы прибавки будем одновременно равномерно делать с двух сторон. Вот, и получается на каждый скос придется 10 петель первый размер, 11 петель второй размер, 12 петель третий размер. Вот. И все эти прибавки всегда делаются через равное расстояние. Как посчитать это равное расстояние? Показываю вам, девочки, для примера, скажем так, чтобы вы, если у вас будет другая длина, пересчитали эти параметры. Смотрите, 27,5 сантиметров у меня получилось от планки нижней до оката. Вот это расстояние. Перевела я в ряды, то есть умножила на вертикальную плотность 2,5. Получила 68 рядов. И теперь 68 рядов надо разделить на 10 петель, которые мы будем прибавлять. Получается приблизительно, но близко к тому, что в каждом 7-м ряду будут прибавки. 10 раз в каждом 7-м ряду прибавляем. То есть 7-й ряд наступил, прибавили. И следующий 7-й ряд опять прибавили. Вот таким образом. Для второго размера у меня получилось в 6-м ряду, для третьего в 5-м ряду. Так, для формирования оката рукава для новичков я не делала расчет для оката. Это очень индивидуальный такой расчет, тонкий. Сразу скажу, новичкам рекомендую сделать выкройку в натуральную величину. Выкройка будет многоразовая, девочки. Вы будете ее применять для других изделий такой конструкции, скажем так, да? Поэтому очень удобно по ней вязать окат рукава. Вяжете полотно, прикладываете каждый раз, да, и смотрите, ага, сейчас надо закрыть 1 петлю, да. Так, в следующем ряду приложили, так, в каждом втором ряду я прикладывала, когда училась вязать окат. Вот, и, в общем-то, очень легко было догадаться. Здесь по 1 петле прибавляли в каждом втором, убавляли в каждом втором ряду, да, а здесь уже по 2 шло. И вот здесь в самом пологом части рукава уже по 3 петли убавляли. И здесь должно всегда оставаться было около там 15-16 петель. Ну, там у кого-то 10 петель, в зависимости от того, какая, ну, пряжа используется, да, понятно. Вот. И, в общем-то, теоретический способ тоже существует, то есть этот расчет можно сделать, но я вам про практический способ рассказала, как это делала ее всегда, делала, училась я, как меня учили девочки в советской школе вязания. Имейте это в виду. Вот это самый простой способ для начинающих вязальщиц. А может быть, даже и не для начинающих. Для простых вязальщиц тоже очень приемлемый способ. Так,
В общем, все, что я могла, я вам рассказала. Читайте, девочки, инструкцию по вязанию. Инструкция выложена под видео. Все там подробно расписано, вся последовательность действий. Остается вам в итоге все сшить, все детали соединить, вточать рукавчики и на круговые спицы связать планку по вырезу горловины. Все. Высота где-то около 3 сантиметров будет планка по вырезу горловины. Ее можно сделать двойной или одинарной. У нас на оригинале двойная планка связана, имейте это в виду. Но имейте в виду, чтобы грубо не смотрелось, потому что если очень будет, возможно, будет грубовато смотреться, достаточно будет одинарной планки. Я так думаю. Все-таки там у нас машинная вязка и ниточка более тонкая. Вот. А у нас все-таки ручная вязка и ниточка потолще, согласитесь. Поэтому я думаю, что не стоит делать двойную планку. Ну а сейчас, мои хорошие, я завершаю свой видеообзор, свой видеорасчет. И давайте, до новых встреч, желаю вам удачи!